Я Рэй, и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Птички не поют, конечно, уже вечером, но зато прекрасно звучат сверчки. Да, я снова поставил некоторое количество модов, Ну, какой мод я поставил? Во-первых, да. Мод, который делает больше окружений, Better Foliage, кажется, мод точно так же называется. Мод, который делает вот эти звуки добавляет. Я, честно говоря, даже сейчас и не скажу толком. Пока это еще рано называть сборочкой. Ну, давайте немножечко подождите. Сейчас я попробую озвучить список там модов, которые я установил. Так, а где? А где? А, не смогу. Хотя, почему? Смогу. Легко и просто смогу, элементарно. Вот они, моды, которые стоят. По сути дела, из добавленных. Ambient Sounds звуки добавляет. Apple Skin добавляет то, как насколько мы насыщаемся едой. Better Foliage, да, добавляет всякие разные. То есть листья больше похожи на листья, а травка больше похожа на травку. Chisel and Beats. Я не смог удержаться, ребята. Я его поставил. Этот мод. Это да. Это круто. Crafting Twigs, который позволяет крафт вращать, балансировать и вытаскивать все из крафта. Dynamic Surroundings, да. Вот. Что этот мод делает, это ну, улучшает звуковую составляющую еще больше. Честно говоря, не знаю, не конфликтует ли он случайно ли этот мод с Ambient Sounds, да, вот, я не знаю. Подозреваю, что может. Давайте попробуем его Disable этот мод. Disable? Или... А чё, он не дизеблнулся? Короче, нужно еще поиграть с этим всем делом, понастраивать всякое разное, потом уже будет ясно, что к чему. Вот, Extra Beat Manipulation, он же туда же, к этому же моду с битами, который связан. Вот, Вайла поставил, да, версию, вариант Вайлы. Короче, сборочка обрастает потихонечку, и когда она созреет окончательно, то мы, естественно, вернемся ко всему этому делу. Ну, а теперь пока что, да, что же я немножечко сделал-то за кадром-то, поработать-то поработал. И, в частности, над чем поработал? Ну, во-первых, да, я вот сделал себе вот такой вот столик, как раз-таки при помощи чизел инбитсов. Вот, столик с рамочкой, это то место, где я буду потом делать из... Ну, это, опять же, это не Ульяна будет делать, а может, и Ульяны покажу. Вот, набрал кучу грязи, по сути дела, да, кусочков грязи, из которых потом можно будет что-то слепить, а потом снять схему и поставить. Это такая вот заготовочка, типа. Вот на втором этаже у меня появилось кое-что новенькое. Вот, доделал я немножечко курятник. Каким образом его доделал? Да, я овчарню. Вы, кстати, тоже видите. Овчарня это не та, которая для овчарок, да. Значит, как я изменил курятник? То есть сделал здесь, во-первых, двойные двери. Потому что если будем приходить на забой кур, то уже все красиво стало. Вот. То есть мы будем заходить, да, и брать. Зашел сюда аккуратненько, чтоб курочки-то не выскакивали. Вот. Не знаю, все-таки конфликтуют эти моды или нет. У меня все-таки под вопросом. Да, постелил крышу наконец-таки. Попарился очень долго. Короче, много времени потратил. Ну, вот какую-то вот такую вот. Я такую крышу-то заделал. И мне, в принципе, нравится. Овчарня. Да. Овчарня это не та, которая для овчарок. Это овчарня для овец. Или еще называют ее кошара, между прочим, да, вот такая вот она из себя. То есть это центральная зона, где у нас основная масса овец будет тусоваться, а эта зона такая дополнительная. То есть для каждого цвета овец, потом, когда у нас будут появляться овцы, будем вот это дело сносить и ставить какой-то цвет соответствующей шерсти с первого подстрига, скажем так. Овец сразу будем выставлять... Да, будем выставлять, короче говоря.
И вопрос у меня действительно возник. А овчарня-то, в плане которая для собачек-то, она-то, в принципе-то, нужна. Нужна же ведь. Нужна. И очень даже нужна. И... То есть, либо это будет несколько будок, может быть, я сделаю, да, вот там вот около домика. А может быть, это будет, такая вещь, как отдельная прям псарня. Даже не знаю. А еще нужно котярню сделать, да. Или они просто будут котики жить в доме. Я еще не решил. Но то, что конюшня будет однозначно, это да. То есть она, скорее всего, будет где-то неподалеку от дома, скорее всего, где-то здесь, наверное, все-таки место вот этих вот резервных мест, сделаю все-таки зону. Да. В прошлой серии, в прошлом эпизоде мы хотели сходить. Ну, не вышло у меня сходить, да, не вышло сходить. В пещеру. Вот, кстати, Apple скин мод работает. Видите, то есть мне теперь видно, сколько у меня пополняет и сколько у меня насыщенности дополнительной. Кстати, о насыщенности давайте-ка сделаем немножечко еды. Хлебушек. Вот он мод, который позволяет, допустим, вот можно вот так сделать. Сейчас. Выложить, положить и сбалансировать. Во! Ну классно же. Можно повернуть. Прелестный мод. Мод, который добавляет звуки, да. Надо, короче, поиграться с этим всем, понастраивать, качественно понастраивать. Может быть, что-то где-то. Я слышал только что дятла. Да, да. Ну это же просто прелестно все это. Так, а еще трубу можно будет сделать, вот эту вот водосточную, прям как-то ее подводосточить как-то. Это круто. Тут начал немножко баловаться. Здесь начал немножко баловаться. Смотрите, какие красота, да и только. Так, ну мы идем в пещеру. Поэтому давайте-ка разбросаем лишний хлам. Разбросаем просто лишний хлам. Ну, что-то как-то да, мне немножко бардак. Как всегда, Рэй готов к серии. Рэй готов к серии в полный рост. Крафтовый стол сюда. Давайте как-то так разбросаем. Тут немножко, правда, бардак у меня. В легкой форме. Да, стекло можно красить. Но Ульянка что про это еще не знает. И поэтому, да, пока я не хочу все-таки слишком уж далеко вперед забегать. Я все жду, когда же Ульяна сможет прийти. И надеюсь, что в скором будущем действительно это случится. Так, что-то пошло не так. Нет, все нормально, все правильно, все под контролем. Ну что ж, в пещеру, господа, в пещеру. Направляемся мы в пещеру, в которую я в прошлой серии не сходил. Так. А куда бежим-то? Да, бежим в расческу нашу. Точно. Во-первых, да. Где я нашел себе приключение на задницу? Извините за мой французский. Вот, да, это же сектор я недораскопал. Я вот понял, да. И начал здесь копать. И здесь его уперся вот в пещеру. Вот сюда. Там такая пещера огромная. Потом посмотрим, это она или не она. А еще где-то там что-то звучит. Но подозреваю, что, скорее всего, это та же самая пещера, которая... Да, сюда. Которая вот здесь, да. Начал здесь выкапывать гравий. И выкапывал гравий. И да, выкопался до того, что... Тут темное засвечено, все засвечено, что вот сюда вот уперся. Вот. Блин, здесь темно и гадко-то. Что ж, пришло время взять щит в руки. Привет, Крипер. Давайте тебе с топора. Не нравится? О, Вайла добавляет еще сердечки, это классно. Астапарат хорошо вылетает. Ух ты, там, что там происходит? Не-не-не. Проламывать мне ничего не надо. Топор хорош. Хорош топор. Прекрасен. Ух ты, достал ты меня. А паук пролезает сквозь дырки. Ха-ха. Так, надо факела расставлять быстрее. А то что-то как-то... Не уруру. А ну, у меча есть неоспоримый минус, плюс вернее, то, что он быстрее восстанавливается, да, для удара. Эй, тьфу, пробил дырку.
Так. Так, надо снова покила. Покила в студию. Господа, отвоевываем территорию. Потихоньку. Что это было? Стрелы? Да, стрелы. Это были стрелы. Это, дружище, были стрелы. Уютте! Педрическая сила! Ху-ху. Так-так-так-так, на ноги! Ух! Так, и вот да, вот примерно таким образом у меня быстренько щит подисчерпался. Я просто упал в эту пещеру, свалился. И там было весело. Очень. Так, давайте-ка здесь сначала подзасветим немножко хотя бы. Ух. Ой, ёпрысы-то. Еще вниз можно свалиться хорошо так. Качественно, да? Изумрудики, это хорошо. Так, ну и, собственно, да, давайте по левой стороне помечать. Ух, как тут весело. Опять, что-то криперов-то много. Одни криперы сплошные. Вы никак не сдохнете. Фух. Раскидал. Хорошо. Редстоунчик. А, ну да, так оно и есть, в принципе. Что и предполагалось, да, что вот там, там как раз и проход. Я вот просто в панике, у меня был в руках булыжник, и я им, собственно, все это дело и засветил. Так, давайте теперь. Залепил, точнее, дырку, чтобы меня не убило. Это было жестко, ребят. Это было жестко, но я справился. Что ж, полезно. Интересно. Есть немножечко изумрудиков даже, ресурсов всяких. Но сейчас мы, естественно, копать не будем. Мы сейчас будем только лишь исследовать все это дело. Все, пещера, в принципе, засвечена, пещера освоена. Ну, за исключением вот этого участка, да, непонятного. Что ж там внизу-то творится? Внизу еще какая-то ерунда. И вот этого участка. Давайте глянем, что ж там у нас не творится. Так. Что тут у нас есть? У нас тут есть стекающая вода, стекающая в лаву. Давайте аккуратненько, только сами в лаву не бухнемся. Еще лава. Ух ты, ёпрос, это какое тут светопредставление. Огонь, вода. Всего и просто куча. Прям светопредставление такое, смотрите. Это да. Это эпик, ребята. Это эпик. Красиво. Безумно красиво. Страшно, жутко, но безумно красиво. И кто? Опять, походу, в меня стреляем, да? Да. Ага. Кто? Не нравится в лаве купаться? Я думаю, кому понравится. Ить. Получилось немножко отпаркурить. А главное сейчас от зомби сзади не получить люляторов. Где? Никого? Никого? Ух. Давайте дальше. Обследовать все это дело. У-у-у. Стремненько. Однако. У-у-у. Фух. Так, в эту сторону все хорошо. Засветим все правильно, чтобы ничего у нас нигде не мешалось нам.
Чтоб нигде у нас тут ничего не спаунилось. Никакой бяги-каки. То есть теперь у нас пещера будет еще одна освоенная пещерка. Какая она огромная. Да. О. А что такое? Детеныш. Детеныш зомби. Познакомьтесь. Детеныш зомби. Одна штука. Может меня сейчас пиндюрить в лаву меня, если я сделаю что-то еще неправильно. Пошел вон. Вот тебе. Фух. Даже убирать жалко вот эту всю красоту. Честно говоря, она прям действительно эпичненько смотрится-то. Ну что, давайте пройдемся еще немножечко, подзасветим, да, участки. Покушать, 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 конечно же. Еще дальше вглубь идет. Ух. Так откуда-то я пришел-то? Тьфу ты, ну-то. Забыл пометить, откуда пришел. Оттуда пришел, кажется, да? Аккуратненько, осторожненько. Золото, бриллианты, всего. Да, оттуда я пришел. Соответственно, нужно, естественно, нужно это дело пометить, чтобы не потеряться потом. Даже не знаю, стоит ли туда мне ломиться. Смотрите, везде лава. Ух, ух. Прям красота. Давай, давай, плыви, плыви, родной. Только в лаву не бухнись. Тебе не припали ничего. И... Ай, просто, просто прелесть. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Подпалил себе задницу слегка. Да, лучше засветить все, чем потом не досветить. Лучше пересветить в этом отношении. Рам, рам-пам-пам. Тела пойдете. И вниз опять. Спуск. Просто красота. Ребята, реально красота. Прям. И хочется, и колется, и мама не велит. И дальше опять у нас идет. Не пойми, какую часть, так с водой. А ведь красиво. Эти брызги как-то появились. Это да. Это как раз таки мод добавляет лучшее окружение. Кажется, так он называется. Пещера-то не маленькая. Причем это даже, я так смотрю, даже не пещера, а сеть пещер. Так, выход. Выход у нас туда. Соответственно... Давайте-ка вот так, да? Мышь летучая. Ну, такое ощущение... Ох ты. Вот я такого не видел. Чтоб под землей такая штука росла. Так, ну таких ребят я видел. Они очень даже часто под землей любят тусоваться. Да, у меча он побыстрее откат. А факел просто... Откуда у меня с собой? Редстоун? Крипер, что ли, что-то бабахнул, да? Да. А у меча просто быстрее откат, а у топора единоразовый удар быстрее. А еще, кстати говоря, немножечко все-таки я пошукал материал на эту тему. И выяснил такую интересную вещь. Когда мы в PvP участвуем, да, при помощи щита. То есть щит, казалось бы, убер штука. Берем по вражине, по человеку бахаем. Если мы играем в PvP, да? Бахаем с кулака, вернее, с топора. И после этого действа топор, ну, вернее, меч, вернее, щит у игрока, того, кого стукнули, он не активен, то есть он не может им пользоваться некоторыми, то есть он отключает щит. Вот такая вот вещь. Так что, да, система PvP на самом деле... Расширили очень-очень слабо. Сейчас я, конечно,
С одной стороны, был бы и не против что-то там поковырять, да? Ну, ребят, на камеру сейчас этого делать не буду. Тем более, что ресурсов у меня не так уж и мало. Не такой уж я и бедный. А все? Не знаю, что нужно немножечко оптимизировать расстановочку факелов. Давайте попробуем вот так сделать, чтобы засветить большую территорию. Нет, не получилось. Засветили. Засветили, все. Место для спауна практически, не практически, а фактически отсутствует. Еще туда можно, конечно, сходить было бы, если мы захотели бы. Есть вот немножко угля. Уголек, 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 уголек. Где-то видел уголек. О, куда-то шун. Ушел этот уголек. Да и ладно, черт с ним. Тем не менее, ребят, да, исследование пещеры, конечно, это дело такое замечательное, интересное. Ну давайте, если сейчас быстро найду уголь, то мы продолжим еще, да, да исследуем. Если же не найду уголь, то на этом мы... Вот. Да? Вроде как туда возвращаться. Вот уголек, давайте немножечко уголька возьмем. Аккуратненько. А, так, есть. Немного уголька поимели. Еще немножко, значит, можем чуть-чуть поисследовать. Давайте все-таки доисследуем. Исследовать, ну, очень уж. Хотя, опять же, исследование этих пещер может быть бесконечным процессом. Понимаете же, сколько... Так, была плохая идея кушать и... плыть. Сначала нужно встать. Хотя бы спокойно дальше. Вот туда, да, еще хотелось сходить. Слышал эндермен. А что ты здесь забыл, эндермен? Ага, не эндермен, зараза. Так, мне сейчас главное теперь... Копыта не двинуть от этой заразы. Ух, еще одна зараза, ах ты. Кушать, 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 кушать. Бить, 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 пошла вон, зараза. Как? Так, фух, да, респаун, однако. И теперь у нас есть эта табличка, в которой говорится о том, что да, помер. Из-за чего помер? Да, время. Что потерял в процессе, и все, то есть заметка такая, да, и все, и не более того. Аж интересно. Ну, давайте сбегаем, все-таки восстановим свое все. Обидно, крайне обидно, крайне досадно. Ну, в принципе, ладно. Вот, и да, я хотел еще придумать такую вещь. Хотел еще одну механику Ульянки показать. Эх, ладно. Побежали за своим добром. Табличку пока здесь оставим. Да, еще такая вещь. Можно было, нужно замечательно делать такую вещь еще, как кладбище разбить где-нибудь, да, своих нелепых и глупых смертей. Вот, это тоже такая заметочка на будущее. Вот. И да, ребята, все еще жду от вас название для своей... Название для того, как назвать это поселение. Теперь у нас есть все инструменты для того, чтобы это сделать. Всю эту красоту навести. Так, по-моему, куда-то сюда, так только сейчас осталось еще в лаве утонуть, чтобы пополнить список веселых и глупых смертей. Так, мне теперь сюда. Ну, исследование дело такое, всегда интересное, всегда замечательное. Так, пошли все прочь. Ай, молодцы.
Да, вот там все дохните. Так. А чем это я? А, да. Да, как поселение назвать? Теперь у нас есть все инструменты, чтобы эти... Чтобы все красиво обрисовывать. По-моему, я немножко чуть-чуть не туда зашел, да? Так, чуточку туда мне надо было куда-то. А вот то, что оттуда поползли криперы, мне не совсем понравилось, если честно. Точнее, это совсем не понравилось, то, что оттуда поползли криперы. Это значит, где-то я что-то... А, еще ж туда можно сходить. Ёлки-палки. Да, вот туда, еще, короче, в пещеры, да, еще приключаться и приключаться можно только лишь в этой пещере. Фух, да. Давайте я сейчас только при вас прилюдно, скажем так, восстановлю свой инвентарь, чтобы не говорили, что Рэй читер там. Нет, Рэй не читер, Рэй. Рэй молодец, пошел вон отсюда. Я тебя вижу, пошел вон. Все, молодец, молодец. Сделал все. Сделал свое дело. Только мне теперь нужно вспомнить, где. Где-то там. Где-то там было. Вот-вот-вот, вон туда, блин. Да, вот, вижу уже. Опыт мой. А ведьмы, надеюсь, либо деспаунились, либо утонули. Что ж, пошли. Восстановим свой. Частично восстановим свой хабар. Так, могилка, вот она могилка. Заскриншотить каким-либо образом, да? И что-то подобное попытаться сделать. Прям жалко. А нельзя как-то, чтобы достать оттуда вот это дело, а? Ладно, пока заскриншочу просто, да и все. Барахлишка, стой! Стой, барахлишка. Фух, барахлишка-то стоять. Стоять бояться. Все вроде собрал. Ничего на месте не потерял. Да, все на месте. Да, приключения бывают иногда и опасными. Но всегда жутко интересными. Что ж, ребят, всем вам огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих серий. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк. И оформи подписку. Какая же огромная пещера мне досталась. Твою дивизию. О, кончилось. Мне показалось, либо я слышу? Показалось. Мне показалось, что услышал слизняка. Но это была всего лишь показалось. Да, новые звуки в игре, конечно, сильно иногда порой смущают.